Всем привет, ребят. Ну что, доступно обновление, я уже обновляюсь. Сейчас мы сделаем обзорчик на обнову. Сразу же посмотрим, что у нас поменялось, какие изменения. Вот иконка уже даже изменилась, или она была такая, честно говоря, что-то не рассмотрел. Вот новая заставка у нас. Вроде так ничего. Сейчас посмотрим, что обнова нам приготовила. Так, добавлен новый уровень героя. Интересно. А, вот можно с друзьями, да? Так, нажимаем сюда. Вот сразу обучение. Так, экспеш, какие-то камни. Шапка. А, это типа улучшение такое, что ли? Ну, хорошо. Один-один, еще дальше. А, какие-то параметры. Ну, я улучшил, и что дальше? Это, мне кажется, оно какое-то сырое. 1-1. До следующего. 2-6. А, надо какие-то камни. Может, они где-то на рынке продаются или где-то выбиваются, скорее всего. Это интересно будет узнать. Так, что у нас тут? Ничего не добавили, ничего не поменяли. Идем самое основное смотреть. Да, скорее всего, это улучшение типа героя. Вот так вот оно выглядит. А мы думали, блин, опять же, видите, ЗП-шки 200-е. У меня все 200-е, да. Вот оно, улучшение такое вот будет. Посмотрим, что оно дает. Пока только первое, видите, нужны эти камни. Я не знаю, где их получать. А ну-ка, зайдем в героя самого. Но здесь улучшений. Да, вот это вот оно и есть улучшение. То есть улучшение будет не по левелу, а будет за какие-то камни. Опять же, за ЗП-шки посмотрим. Оно, интересно, добавляет силу или нет? У меня сейчас 771. А что-то дальше не дает, только шапку дает, что ли? Странно, что-то не могу понять. Хорошо, этого. Или это оно так подвисает? Не могу понять. Ну, вроде все набрали, а что дальше, неизвестно. Это висит, лагает сервер жестко. Так, даже задисконнектило. Вот так вот, скорее всего, нас отключили. Давайте сейчас попробуем перезайти. Ну, что-то видите, лагает. Наверное, все кинули сервер. Ну, так, ну, вроде перезаходит. Да, перезаходит. Ну что, такое вот не увеличение по левелу, как мы думали. Смотрим следующего героя. Я надеюсь, вот дало. Да, увеличивается сила. Добавляем экспишку. 5 книг. Нифига себе. Надо нормально книг теперь. Да, плюс 4 силы, плюс надо камни. То есть на всех героях вот так вот будет выглядеть это улучшение. Вот еще базовое, то есть можно до 6 раз, до 5. Хорошо, арена, смотрим на арену. Вот так вот можно видео теперь посмотреть, и 3 первых бойца, вот так вот они будут выглядеть. В принципе, интересно. Так вот создать, ну, интересно, интересно. Дальше трудный режим добавлен. Я, по-моему, тут вообще не бегал. Или бегал, сейчас посмотрим. Допустим, на Ару. Да, 9 добавлен. Ну, такое. Чтобы что-то интересное, я бы не сказал. Друзья. Смотрим, друзья. Что тут можно делать? Непонятно.
Вот есть мои друзья, вот, наверное, последний. А, это удалить. Ой, сори, кого-то удалил. Так, первое, это, по-моему, вид. Да, это его вид. Так, дальше. А вот я могу атаковать его. То есть вот так вот это выглядит. И сразу же видно, на сколько процентов прошел. Но никаких ресурсов ты за это не получаешь. Для теста очень, кстати, удобно будет. Отлично. Так, что тут еще есть? Так, хорошо. С этим разобрались. На друзей нападать можно будет. Адский саммит. Так. Четвертый саммит, по-моему, если я не ошибаюсь. Я уже давно здесь сел. Или лава. Я что-то... Что-то я, честно говоря, не помню уже. По-моему, оно. На это мы тоже протестируем, походим. Или здесь саммит. Короче, ну бас, я уже забылся даже, где тут сами, где тут что. Тут 4 человека. В общем, с этим разберемся потом. Так, карта загрузки есть. Новогодняя страница. 3 новых таланта у нас добавили. Я не знаю, что они будут добавлять. Смотрим. Вот первый, второй и третий. 3 новых таланта. И смотрю, какие-то интересные усиления. Кстати, похоже к усилениям смотрителей. Вот это, скорее всего, оно так и будет где-то. Вот как смотритель будет работать. Какие-то преимущества дают 900%. Скорее всего, да. Вот это будет типа против другого смотрителя. Интересная вещь, кстати. Очень интересно. Дальше. Моды для героев. Ну, это скины. Так, на рогатку скин. И скин на бугимена. Вот так вот они выглядят, их пока тут нет. Дальше, новый герой, поехали искать нового героя. Новый герой где-то там, где-то вот он, дракон этот. Так, смотрим. То есть можно получить за самоцвета. Вот так вот он выглядит. Новый дракон у нас. Будем его пробовать выбивать. И смотреть на его таланты. Что он имеет. Что он может. Открывает холодный ледяной щит на 10 секунд. Который наносит урон по всем врагам поблизости. Имеет иммунитеты. Герои не могут двигаться во время щита. По-моему, как оледенение будет. На похоже что-то Арктики. Так, ну посмотрим. Добавлен новый питомец. Ой, флажок у нас светится. Что-то такое нам дают. А, типа дали, может, камни эти. Хотя, я думаю, вряд ли. Сейчас посмотрим. Да, вот 240 камней дали. Вот так вот. Значит, они будут за достижения даваться. Интересно, интересно. Хватит ли на всех героев? Ну, давайте улучшим шапку. 2 камня. Ну, не хватит по-любому. Это получается, если по 2 камня на каждый этот, на каждое улучшение. В общем, надо будет определиться. Давайте, знаете, на ком попытаем. Можно, в принципе, то у нас эта тыковка однозначно везде будет использоваться. Вот давайте прокачаем сразу же ее. Плюс 2 миллиона, в общем, книги нужны будут. И посмотрим, сколько надо будет нам. Вот, ЗП-шки опять ушли. В общем, книги сейчас опять будут в моде. 5 книг. 5-2 камня. Посмотрим, какие усиления. Ну, все время стабильно, как видите. Так, есть. Телефон звонит. Так, еще 2 камня.
и усиляем до последнего. Вот, а тут какие-то уже такие кристаллы надо, фига себе, с первого по пятый. Тоже они есть у нас, кстати. Так, я надеюсь, вон там не сильно телефон. Все. Ой, блин, да тут улучшать и улучшать. Посмотрите, сколько силы добавляется. Офигеть. Ну, давайте тыковку усилим. Так, поехали дальше. Ну, тыковка нам в любом случае нужна. Больше, еще больше опыта. Офигеть. Тут уже по 5 камней. Где их набирать? Ну, я думаю, их будут давать где-то. На английском то 100% будут продавать. Смотрите, как силушка растет. Прикольненько. Еще на каждом герое можно будет нормально набрать. Интересно, интересно. Еще по 10. Это ж сколько улучшений можно сделать. Посмотрите, какие статы. Да ну нафиг. Какая-то у нас будет тыква-убийца. А ну интересно посмотреть, это для всех тыковок или для одной чисто избирательно. Ха, для каждого героя, ребят. Это, конечно, жесть. Офигеть. Ну, сейчас по статам глянем. Короче, очередная заморочка. Не знаю, где будем эти камни брать, но это будет реально жесть. Вот посмотрите, что в этой тыковке. 56 тысяч жизни. Посмотрите, атака насколько больше. Офигеть. Это я вообще не вкурил. Подождите, а, у меня тут руны есть, а тут рун нету. Сейчас, я думаю, что за фигня. Так, смотрим. А, ну тут не намного, я, блин, думаю, уже, блин, реально жесть. Ну, что я могу вам сказать? Усиление еще не ту тыковку усилил. Ну, интересно, интересно, хоть небольшая прибавка. Ну, хотя прибавочка, блин, уже плюс 200. Думаю, будет и дальше качаться. Просто жесть, ребят, и силы добавляет нормально еще. Так, хорошо. В основном я, в принципе, вам все показал, поэтому остальное все уже такое. Будем пробовать выбивать новые таланты, тестировать, смотреть на них. Конечно, хочется уже полноценный перевод, но, скорее всего, они будут у нас связаны со смотрителями. Где брать новые камни, думаю, с каких-то локаций, потому что их надо немерено, может они будут, либо, ну, будут 100% будут продаваться, но посмотрим. В общем, вот так вот, пишите комменты, подписывайтесь, ждите дальше обзора нового героя, всем удачи, всем пока.